Народ, канал Совет Фокса, хотел бы рассказать про посылочки с Алиэкспресса. Первый из них, это пришла вот в таком пакетике. Маленький такой. С поплырышкой вот такой, блин. Успокаивает, реально, блин, успокаивает. Вот. Приехал вот такой лексадовская курмушка. Развесом 80 грамм. Доставка прям очень дорогая была, 160 рублей. Развесовку 80 грамм, но качество мне понравилось. Честно говоря, от китайских кормушек пластиковых я такого не ожидал. На ощупь, по крайней мере, довольно-таки качественно. Ну, а дальше в полевых условиях будем проверять. Доставка до квартиры, то есть курьером заказал. Курьер позвонил там буквально за сутки. Предупредил, что будет доставка. Ну, соответственно, привезли. Далее, вторая посылка. Это я налобный фонарь, а батареек-то в магазине не было. Вот, ни батареек, ни аккумуляторов, ни зарядников. Пришлось заказывать. Вот такой вот коробочке он приехал. Вот. Тут был файлик. Я его, естественно, разорвал, посмотрел, доставал. Вот. Далее. Сам зарядник выглядит вот на 4 секции, ну такие. Вот. В секции шло 4 батарейки, 4 аккумулятора запасных. Аккумулятор вот так выглядит. 9900. Больше, я думаю, смысла не было брать. Все батарейки работают. Читал отзывы. То есть были ситуации, когда попадали, то что аккумуляторы, некоторые попадали и доставлялись людям нерабочим состоянием. Мне повезло, аккумулятор рабочий. Вот. Шла посылка порядка 3 недель. Заказывал я ее в апреле месяце. Приехала она до майских праздников, до 9 мая. Вот. Доставили ее также на дом, курьером, фирмы Сидек. Отзвонились мне заранее, за сутки предупредили. В WhatsApp точнее мне написали. Меня это немало удивило. Вот. Выбрал день доставки и, соответственно, мне привезли прямо на дом, назначили как мне час. Вот. И это очень-очень удобно, меня порадует. Так. Вторая посылочка. Ну и третья посылочка пришла вот такой огромный Е-пакет. Заказывал я. Заказывал маркера. Маркерное удилище. Отставить. Маркерные поплавки. Заказывал маркерные поплавки. Приехали вот они. В такой упаковочке. Две шапочки. Желтая. Отставить. Вот желтая. Желтая, красная. Соответственно, сам поплавок. Два грузика. 85 грамм, 120 грамм. И... Так, что там? А, бусинка. Стопорная и, соответственно, самоограничитель. Если покупать в раздельности, смотрел на территорию Российской Федерации, будет гораздо-гораздо дороже, если собирать этот набор отдельно, через интернет-магазин даже. Вот, заказал, в принципе, не смертельно, ждал, где-то порядка тоже так же, 3 недели, месяц. Приехала она мне, порадовала, вот, поскольку спешить некуда было, это был начало апреля, заказал, в начале мая она приехала. Я только сейчас записал. Были дела, никуда особо не ездили. Ходили на домашние водоемы. Смотрели на домашних водоемах рыбу. Ловили, отснимали материал. Но поскольку там ничего интересного не было, рыбы не было. Рыбалка была. Приехали, покормили рыбу, уехали. Вот. Материал был. В эфир я его не пускал, так я его и оставил там. Вот. Также у нас на канале стало более 1000. С чем я нас и поздравляю. Вас поздравляю. Благодарю вас за подписку, за комментарии, за отзывы. Вот. Ну, в принципе, хотел бы поблагодарить еще также своего идейного вдохновителя. Это Артем. Артем, спасибо. Ну, вот, вдохновляет на новые видео, подсказывает, что как лучше, может быть. Обсуждаем ваши комментарии и так далее и тому подобное. Вот. И в каком формате выпускать видео. Ну, в принципе, все. Всем хвоста, не чешуи. Ни хвоста, ни чешуи. Всем удачи, удачных рыбалок. Все, увидимся.